Ну что, мои дорогие друзья, вы готовы погрузиться в обзор нового увлекательного токена, концепция которого меня действительно крайне удивила и заинтересовала. Именно по этой причине я и захотела поделиться ею с вами. И да, если вы не суеверный, то смотрите этот выпуск до конца, так как прямо сейчас я расскажу вам про новый токен, созданный на базе блокчейна Ethereum ERC-20 стандарта под названием «Пятница 13-е». Скажу сразу, что данный токен был специально создан поклонниками для поклонников, для того, чтобы не только отдать должное удивительному фильму, но и для возможности дальнейшего обогащения с его помощью. А все почему? Да потому что благодаря грамотно проработанной токеномике проекта все это вполне реально. Ведь команда осуществила честный запуск своего токена «Пятница 13-е», не выделив себе даже ни токена. И это при том, что общее предложение токенов составляет аж 1 квадриллион. Но многих, как я понимаю, этим не удивишь. Поэтому, чтобы не слишком вас утомлять, расскажу сразу про вознаграждения, которые будут формироваться и начисляться всем холдерам данного токена «Пятница 13-е» из взимаемой комиссии с каждой транзакции, которая, я обращу ваше внимание, составляет аж 10%, из которых 6% отправится держателям и 4% – команде на маркетинговые расходы. Кстати, помимо всего этого, проект имеет защиту от ботов, что исключает появление в числе холдеров каких-то ботов-лидеров, которые смогут приобретать большими объемами токены и впоследствии осуществлять дамп цены. Однако, если же вы все-таки крупный инвестор, то для вас будет действовать так называемая комиссия за динамическую продажу. То есть особенностью STAR является динамическая структура комиссионных, которая позволяет вам не только получать прибыль, но и приносить пользу всей экосистеме, когда вы будете осуществлять продажу Freddy коинов, так как комиссия будет автоматически масштабироваться от 10 до 40%, из которых опять-таки 3 пятых комиссии будет выделено держателям, а 2 пятых – команде, что я считаю вполне справедливо. А что по этому поводу скажете вы? Напишите свои мысли в комментариях. Кстати, если внимательно взглянуть на их дорожную карту, то мы увидим, что в рамках первой фазы многие пункты были уже успешно достигнуты, а именно создание и продвижение своего смарт-контракта, ознакомиться с которым можно легко на EtherScan. Плюс разработчиками была добавлена и заблокирована ликвидность на Uniswap, что я считаю также не менее важным аспектом. Однако все это лишь только начало, так как впереди Freddy Coin намерен быть добавленным на два самых популярных информационных портала – CoinGecko и CoinMarketCap, что, как вы понимаете, естественным образом отразится на дальнейшей популяризации данного токена. В рамках же второй и третьей фазы развития нас ждет еще более расширенная маркетинговая кампания, листинг на централизованных биржах, эксклюзивный контент для холдеров, ну и, конечно же, заключение различных партнерств со многими влиятельными лицами, а еще сжигание токенов и много чего другого. Поэтому, чтобы не пропустить все эти обновления, настоятельно рекомендую присоединиться к их официальному телеграм-чату, где вы всегда в удобной для вас форме сможете получить для себя еще больше актуальной и полезной информации. Кстати, что же касается покупки Freddy Coin, то приобрести его вы сможете уже прямо сейчас на всеми знакомой нам платформе Uniswap. Что ж, искренне надеюсь, что любовь к кинематографической классике ужасов и к самим криптовалютам действительно помогут принести пользу и приятную прибыль всем участникам данного движения. Получить же еще больше информации вы сможете на их главном сайте. Ну а я по традиции благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего видеообзора. А пока буду рада увидеть ваше мнение относительно Freddy Coin. Как вам данная концепция, да и идея в целом. Одним словом, жду все ваши мысли в комментариях. Собственно, как и лайки под этим видео. Ведь с вами по-прежнему была я, ваша крипто-леди. Отличного всем дня, удачи и пока-пока.